Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики моего канала. С вами снова Сергей. В очередной раз получил посылку из Китая. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим, что это такое. О, ага. Это долгожданный мною. Так, что там еще нет? Еще нет. Это подальше. Так, это у нас аэратор. Такая штука, при помощи которой мы сможем экономить воду. Вот такая вот штукенция. Так, две прокладки, переходничок с внутренней резьбы на внешнюю и обратно. Вот такая вот штука. Работает она в двух режимах рассеивания воды. По идее, должна экономить воду. Я заказываю ее уже не первый раз. Своему другу я уже заказывал, и реально она экономит воду, не сильно, конечно, но во всяком случае по тестам набирается литровая банка секунды на 3, даже на 4 дольше, чем с обычным рассеивателем, который стоит в вашем крае. Вот такая вот штуковина простая, здесь горловина, вот так раскручивается, вот все внутренности. Здесь внутри стоит шарик пластмассовый, вся она пластмассовая, никакого металла там нет. Так что, сами понимаете, ржаветь здесь, в принципе, нечем. Вот, эта часть прикручивается на кран. Если у вас на кране внешняя резьба, если же внутренняя, ставите сюда прокладку, одеваете вот этот переходничок сюда. И вот таким вот махером она становится внутренней. И вкручиваете ее внутрь крана. Это переходник на всякий случай. Вот это вкручивается сюда. Вот видите, как рассеиватель внутри сделан. Вкручиваете в кран эту часть. Можете управлять. Вот она на шаре двигается. Я в прошлый раз проверял, она протечки по шару не дает. Никуда не брызгает, только по рассеивателю идет. В принципе, нормальная такая вещь. Меняется, как я уже говорил, у нее два режима работы. В одном режиме идет из боковых вот этих вот дырочек, отверстий, вода ушем. Если меняете режим, то идет струей вот только из этого основного отверстия, которое находится посередине. Вот так. Экономия режима, вернее, экономия воды где-то процентов на 10. Если вы часто пользуетесь водой, то это, в принципе, нормально. Вот такая штука. Сейчас мы с вами перейдем на сайт AliExpress и там посмотрим, когда я заказал, сколько времени прошло от заказа до получения, и подведем все итоги. Дальше еще, конечно, я покажу тест на реальном кране с реальной водой. Так, теперь давайте протестируем аэратор в действительности. Для начала мы обычным наберем воду. За сколько секунд? Ну, секунд 10, наверное. Все это дело встанет. Давайте засекем. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот, 10 секунд. Вот такая баночка набралась. Сливаем воду. Достанем обычный рассеиватель с фильтром. И вставим аэратор. Я его уже здесь собрал с резьбой внутренней. Сейчас я включу. И посмотрим, за сколько наберется. То же самое, только с аэратором. Сейчас посмотрим, насколько наберется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. На 2 секунды. Теперь выставим немножко другую. Вот такой рассеиватель поменяем и поставим еще раз. Поехали. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Также 12 секунд. Как вы видите, 2 секунды получилось. Разница набора. Да, экономит воду, конечно, но не сильно. Но если считать большие литры, тогда реально экономит. Так что советую всем. Ссылка, как я уже говорил, на этот аэратор будет под этим видео. Смотрите, заказывайте. Сейчас перейдем на сайт AliExpress. Так, сейчас мы с вами находимся на сайте AliExpress. Вот он аэратор, который я заказывал, 360 градусов воды, бомбер, бомбатором, поворотная головка. Заказ был 18 мая. Сегодня у нас 15 июля. Так. Июнь, май. 18 мая, да? Вот, 18 мая. Так вот он быстро ко мне пришел. Стало мне всего лишь 79,8 копеек. Сейчас здесь еще вы сможете увидеть с правой стороны наверху скриншот. И перейдя по нему, вы узнаете, как можно экономить на сайте AliExpress и на других интернет-площадках, получая кэшбэк. Для тех, кто не знает, что такое кэшбэк, это возврат части средств от произведенной вам в бане покупки. На AliExpress нужно возвращать 10% от покупки, то есть получается, в принципе, не так-то уж и мало. На этом я, пожалуй, буду заканчивать сегодняшнее свое видео. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если есть какие-то вопросы, оставляйте, на них обязательно отвечу. С вами был Сергей. Ссылка на этот товар и на группу, где я заказывал, как обычно, под этим видео. Желаю всего вам самого наилучшего. Пока.